do things in life could make it worth living. Is a guitar tune good and burn, feeling the wind. I don't need my name in a marquee lines. Got my soul and I got you with me tonight. Maybe it's time we got back to the basics of love. Let's go and look in Buck, Texas, the Wayland and Willie and the boys. A successful life of living's like it feels like a head feels at my course. Between hang without spade songs and newberry strange songs and blue eyes crying in the rain. I've been looking back to Texas, ain't nobody feeling no pain. Sell your diamond rings, buy some boots and fake jeans and go away. This whole time is shocking me, in your high society you cry all day. We've been so busy keeping up with the Joneses, for car garage you're still building on. Maybe it's time we got back to the basics of love. Let's go and look in Buck, Texas, with Waylon and Willie and the boys. The successful life of living's like a fuel, like a hand fuel, say my course. Between heck without Spain songs and blueberry strange songs and blue eyes crying in the rain. I'm looking back to Texas, ain't nobody feeling no pain. Что-нибудь, да? Ну, это, наверное, многие из вас уже знают, потому что играю его постоянно. Thank you.
положено? А? Ты ее написал, что ли, что-то? Да нет. Ну, обычно здесь мероприятия проходят, когда впервые приходит музыкант в режиме квартирника, но тут все твои друзья практически. Ну, да. Я не знаю, что у тебя можно спрашивать, какая информация для них будет интересная. Все, можно я буду спрашивать для себя? Спрашивай все, что угодно, себя, так да. будет интереснее. Вот с этой песни начнем, о чем она? У меня с английским очень плохо. В общем, я написал где-то 3 года назад. Ну, знаете, 18 лет приехал из находки в Владивосток, чтобы встречаться с девчонками, и вот одна ни с одной не сошелся, с другой не сошелся, и вот эта вот мысль, вот, примерно вот такая вот там философия. Понятно. Да. Нужен кто-нибудь, чтобы спасти душу. Так. Вообще, я давно не писал новых песен. Давай мы тебя погромче сделаем. Да. Очень скромно звучит. Что значит можно? Нужно? Спасибо. Я еще потом. Вот. Я давно написал новых песен? Конечно. Ну как давно? Примерно полгода. Вот. Но не выпускал их точно, никуда не выкладывал, ничего. Потому что работа отнимает все время. Но буквально вот пару месяцев назад я кое-что написал. Когда смотрел картинки машин в интернете. Да. Знаете, машина есть такая, Кадиллак. Многие из вас, наверное, знают, что такое Кадиллак. Вот можно спросить у школьников, они не знают, что такое Кадиллак, а многие хотят покататься на Кадиллаке. Ну вот примерно об этом песня. Ну и о том, в чем было в предыдущей песне. Все скрещено вместе. Самое интересное еще не пропустила? Я только начал. Решил, еще встретила.
Дальше я бы хотел сказать, почему, собственно, о своем псевдониме, почему я выступаю обычно под именем Мистер Кэш. Везде там на косплей-фестивале, где-нибудь еще участвую. Мистер Кэш, почему? Я решил просто поступить, как делали многие. Например, Элтон Джон, он взял имя своего друга и фамилию какого-то знакомого писателя. Я взял фамилию любимого музыканта кантри, Джонни Кэш. Ну и примерно вот сейчас будет его песня. It's a roll around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But a train keeps a rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told. Don't never play with the guns, but I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the bones of a lowing, I hang my head and cry. I met this rich folk sitting in a fancy dining car, they probably drinking coffee and smoking big cigars. When I know I had it coming, I know I can be free. But those people keep on moving, and it won't torture me. Почему я пою все время кантри? А что еще петь, когда у тебя только одна гитара? Собственно так. Рок, да, вот именно, собственно, об этом и говорил. Многие песни можно ужать в рамки кантри, когда у тебя всего одна гитара. Например, вот следующую песню вот я сыграю, по-любому кто-то из вас ее слышал, на радио и так далее. Вот. Сейчас вы его узнаете. Давай. Turn.
to me as if to say, hurry boy, he's waiting out for you. Gonna take it on and drive me away from you. There's nothing in the heart remembered more than ever I do. I've left the reins down in it, free car. Gonna take some time to do что не играл? Не, да, просто, мне просто что-то Африка не нравится, на самом деле. Зато честно. Вообще, собственно, еще говоря о кантри. Мы слушаем кучу песен по радио и так далее, и даже не знаем, сколько им лет. В принципе, можно так обходить авторские права, потому что по правилам песня, которая больше 100 лет, она не подвергается вообще никакому авторскому праву, хотя и нарушает иногда там. Все равно деньги гребут, ну ладно. В общем, эту песню тоже многие из вас знают, но никто не знает, в каком году она написана. Я не буду говорить, что это за песня, скажу только год. Первая запись этой песни была в 1934 году, а песне больше 100 лет. Thank you.
Мне нужен синтезатор. Я, конечно, попробую гитару синтезировать в синтезатор, но... Я не знаю, как он сыграет хотя бы один трек. Круто! Если я буду играть Карпентера Брута на гитаре, я сломаю гитару. Я думаю, это не надо. Поэтому попробуй хотя бы Токсика Бенджера. Нет. Хотя бы попроще. Если бы я знал, кто есть. Ладно, Денджера попробуй. Да ладно. В общем, House of Rising Sun, самая известная запись была где-то в 68 году группа Animals. В то время многие писали песни под действием, короче, ЛСД и прочей фигни. Собственно, это доказало то, что самые лучшие тексты приходят на неразумную голову. Ты вот это свои песни пишешь, да? Ну, примерно так. Только наркотики тут ни при чем. Тут причем температура под 40, когда я почти заболел короной. Почти. Тогда пришел в голову примерно вот такой текст. You paint up your lips and roll your curly titty head. Rudy, are you contemplating going out somewhere? The shadow in the wall tells me the sun is going down. Действительно. Есть немножко рока психоделического, как в 60-х прям, только в 21-м. Написано тоже примерно 3 года назад, она постоянно эволюционировала, что-то там придумывала, что-то делала. Теперь эта песня звучит примерно так.
by Lord of Stream. Главное настроение, которое песня несет. В общем, когда мне такой задают вопрос, я обычно играю эту песню, чтобы вы сами поняли, о чем поется в песне. Задание такое для меня большое. Песня Джонни Кэша, не буду говорить, как называется. Потому что название точно не помню, по-моему, как припев, так же называется. Так и что, кто понял? Что-то
я еще хотел, но я забыл. А у тебя есть что-нибудь на русском? Я могу Цоя сыграть. Давай, можно? Это не я. Песня немножко рок-н-ролльчиком, да? Это не помешало. Что случилось? Там Элвис будет, настал, все подряд. Настала очередь позитива. А потом мы начали... Аперитива? Позитива. Позитива, да. Аперитива очередь уже давно прошла. Он уже кончается, как я вижу. Это уже второй. А почему не третий? Я не тороплюсь. А, ну хорошо. У нас времени полно. Итак. Рок-н-ролл, знаете, вот все... Думают, что король рок-н-ролла это Элвис, но никто не знает, что их было три. Да, они там соревновались между собой, просто как получилось, так получилось. Помимо Элвиса был еще Джерри Льюис, но пианино у меня нету, чтобы вам показать. Еще был Бадди Холли такой, знаете, вот стереотипный ботаник в очках. Ну вот, собственно, если бы самолет не разбился, Элвиса бы все забыли. Вот. Итак, Бадди Холли. Аутентично. Зая, дай мне очки свои. Все жертвы искусства. Не хватает только лака для волос, ну ладно. У тебя и так неплохо волосы. Ты можешь записать так, типа. Так, вот так, типа, да? Ну ладно. Итак, Бадди Холли. I love you.
Ну что ж, раз в один ходе сыграли, то Илвис пара, да? Да. Да. Well, one for the money, two for the show. Yeah, ready now, go, can't go. Step on my new suede shoe. Make it one to the theme, I'll be off of my new suede shoe. Are you and I coming down? So where my name, a little place. I'm in the fame, what you wanna do? I do high all of my shoes, and don't you step on my loose way shoe. And you want to the fame, I'll be up on my loose way shoe. Thank you. Дальше я не помню. Классика, да. Можно повторять просто еще раз куплет. Конечно. You can tell it, Mary, if I look the jaw. Baby, got it, baby, got it, yeah, but I'll follow, baby. Yeah, baby. Ooh, what a baby. Having a summer night. Yeah. Well, long time to Sally, she sees what you got. Кажется, кто-то тут заказывал рок. Кто это был? Я. Кто виноват? ACDC, нравится? Да. Все понял? Можно повторить? И там, который сразу сами тоже. Не это повторить, это повторить. Это что было? Чему? Это вот девушка, которая сразу мне волосами что-то попросила. Вот это. Помнишь? To you, in the darkness, the soul.
girl you was made for me. Песня Цоя, которую я играл, это единственное, что я знаю на русском. Вот в чем проблема. Но я пытаюсь выучить еще. Почему-то русский язык сложнее учится, чем английский. Особенно, когда думаешь на двух языках сразу одновременно. Итак. А ты не думай, ты пой. Думаю, эту песню точно все знают, раз мы на рок перешли. Вот по-любому, кто родился в 2000-х, может чуть-чуть раньше, точно знает эту песню. Вот. Стыдно, не знаю, ёлки-палки. Давай. Another headache slowly, Charlie slowly, take care.
Рок отнимает много энергии, думаю, пора возвращаться постепенно к кантри. От слова «постепенно» я имею в виду следующую песню объединить и кантри, и рок вот в одной песне. У меня есть такая. Не моя, правда, но что ж поделать, не пишу новых песен, ну что ж, приходится петь чужие. Они об этом не узнают. Мы не скажем. Смотрите. Дима, ты голосом в голове. Которые я вижу. Голоса в голове, которые я вижу. Это просто шизофрения. Новый вид опляши? Экстра шизофрения, экстра. Субличность Сережа живет. Хороший человек должно быть. Да, субличность Сережа. Хороший человек должно быть много, в прямом смысле это в основном. Такую песню без шляпы петь нельзя. А что это? Больно. А нужно слушать. Женщина. Ever since the first time I opened my eyes, I awake to the same things. Other sometimes friends were feeling like me. The first time I opened my mouth to speak, steam escaped to the air. Like oil dripped from my lips and go to the ground. But then I struck horror with my
Боб Дилан. Угадайте название. Во всех песнях грустные абсолютно, даже если Stay Alive включить Биджиз, которая веселая диско. Ну, да. Все равно там смысл грустный. Кстати, офигенная песня для сердечно-легочной реанимации. Ну, если хочешь, я могу сначала ее исполнить, потом последнюю. Хочешь? Это на гитаре будет звучать странно, но я это могу сделать. Если ты не против. Никто не против? Нет, мы вообще не спрашиваем. Staying alive, ha 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 ha, staying alive, staying alive, ha ha.
Не помню я, слава богу, что поделать. Как так жить-то, что я не помню. Наказание за все забытые песни. Спели Биг Айрон. Биг Айрон. Шляпу одень, шляпу сними. Тебе это надо с шляпой. Не, ну честно, об Андреа Мати Робинсона я, собственно, и держу сейчас гитару, то как? Так бы я за гитару даже не взялся. Что-то не то. Вот видите. Если я еще 5 минут буду играть, я упаду прямо здесь. Не надо. Хотя бы сыграй где-то на Техасцев, я это убью уже. Чтобы была завершенность картины. Пускай Техасец Рэд еще пока живет. Мне его жалко. 21 человеку, 20 человек убил, а тебе его жалко. Да, с железной пушкой, да, вот здесь вот. Да, да, вот здесь вот хорошее слово. Итак, начали с кантри, заканчиваем с кантри. Нэнси Синатра и Ли Хейзельвуд в одном мне, прямо сейчас. Strawberries, cherries, and the angel kissing spring. My summer wine is really made from all these things. Silver spurs jingle too. The song that I had on, they sing it just in you. She sold my silver spurs at this present time, and
Спасибо всем, что пришли. Это меня мотивировало дальше этим заниматься. Все, расходимся. С каждым разом будет все лучше и лучше, постепенно, постепенно добьемся до нужной кондиции. Мы смотрим, от нас не избавишься. Дай не дали запылиться. Еще придумала избавляться от вас, ага. А в следующий раз еще очень.